Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об обществе как о форме жизнедеятельности людей. Ну, вернее, начнем этот разговор с вами. Разберем несколько важных понятий. Ну и, соответственно, в конце нашей работы вы получите домашнее задание, которое должны будете выполнить письменно. И, соответственно, должны будете прикрепить затем в комментариях к данному видео в дневнике. Ну что ж, давайте к нашим делам. Для начала мы с вами рассмотрим, что же такое общество и какие подходы к данному понятию существуют. Ну, во-первых, мы с вами в предыдущих темах говорили о том, что человек — это биосоциальное существо. Соответственно, процесс возникновения человека и возникновения общества – это единый процесс, так называемый антропосоциогенез. И мы с вами помним, что человека мы не можем представить без общества, точно так же, как общество без человека. Когда мы говорим об обществе, то подразумеваем, что существует данное понятие в двух смыслах. В широком смысле мы говорим об обществе как о части, как отделившейся от природы части материального мира. Ну а с другой стороны, мы говорим об обществе в узком смысле. В узком смысле под обществом мы подразумеваем различные ограниченные по количеству группы людей, ну, например, там компания друзей, например, это общество по интересам, или национальное общество, или религиозное, например, ну и так далее. То есть самое главное, что эти общества ограничены по количеству. Ну и еще раз давайте мы вернемся перед тем, как детально рассматривать, что же относится к обществу в узком и в широком смысле, к понятию общества в широком смысле. То есть в широком смысле общество — это отделившееся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя все формы взаимодействия и способы существования людей. Соответственно, в этом определении мы видим, что с одной стороны общество — это все человечество, все люди вместе взятые. И, соответственно, с одной стороны мы видим, что общество является неотъемлемой частью природы, а с другой стороны это отделившаяся часть материального мира. То есть что это значит? Это значит, что с одной стороны люди создали свою отдельную, общество создало свою отдельную антропогенную, так называемую вторую природу, которая отчасти живет по человеческим законам. Но самое главное — это природа, созданная человеком и человеческим обществом. Но, с другой стороны, люди нуждаются в природных ресурсах для выживания, потому общество является неотъемлемой частью природы. Не говоря уже о том, что люди связаны с природой пищевыми цепями. Человек, хотя и занимает вершину пищевой пирамиды, но, тем не менее, он занимает свое место в пищевой цепи. Ну что ж, давайте двигаться дальше. Здесь мы можем рассмотреть, что же относится, какие существуют виды обществ в узком смысле. Я уже говорил, что это любые по количеству, но ограниченные по численности группы людей. Например, к обществам в узком смысле будут относиться национально-государственное образование. Ну, например, там Россия, Китай, Украина, Белоруссия и так далее. Дальше, исторический этап развития человечества. Ну, например, мы так и говорим: рабовладельческое общество, первобытно-общинное, буржуазное, феодальное общество.
Дальше, кроме того, в узком смысле мы называем обществом социальное окружение человека, ну, то есть его друзей, круг его общения. Ну и кроме того, к обществам в узком смысле, наверное, больше всего, именно самое большое разнообразие именно таких групп, это объединение людей по интересам, профессиям, совместной деятельности. Сюда будут относиться и политические партии, движения различные, общественные организации, то есть любые организации, которые связаны с выражением интересов людей. Ну а здесь мы видим, что относится к обществу в широком смысле. Во-первых, все человечество в целом. Ну и это самое главное. То есть в широком смысле мы подразумеваем все человечество в целом. Я вам напомню определение, что общество в широком смысле это отделившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального мира, которая включает в себя все формы объединения и способы взаимодействия людей. И, соответственно, все человечество в целом, то есть общество в широком смысле, с одной стороны, представляет собой динамическую систему. Динамическая, то есть она постоянно изменяется. Во-вторых, то, о чем я говорил, это часть материального мира. То есть, получается, общество, люди связаны с окружающим миром пищевыми цепями. Человек занимает свое место в пищевой пирамиде, но в конце концов нуждается в природных ресурсах. Ну и кроме того, общество в широком смысле представляет собой совокупность способов взаимодействия и объединения людей. Ну, об этом я вам говорил, когда давал определение понятия общества в широком смысле слова. То есть здесь подразумевается то, что человек как существо общественное не может выжить без взаимодействия с другими людьми. И потому люди склонны создавать различного типа группы. Это могут быть роды, племена, нации, народности с одной стороны, а с другой стороны организации различные, например, партии, общественные организации и так далее. Значит, здесь мы видим с вами характеристику общества в широком смысле как динамической саморазвивающей системы. То есть, обратите внимание, что общество представляет собой совокупность способов взаимодействия и форм объединения людей, в которых общество выражается как раз как сложная саморазвивающаяся система. Ну и здесь мы видим его характеристику. Во-первых, общество это сложная система. Сложная система почему? Потому что общество состоит из 7 миллиардов человек, а каждый человек это отдельный элемент общества как системы. А во-вторых, люди объединены в различные группы, то есть каждая группа это тоже отдельный элемент общества как системы. Ну и плюс не забываем, что есть 4 подсистемы жизнедеятельности общества. Это социальная, экономическая, политическая, духовная. Я уже рассказывал вам о том, что значит динамическая система. То есть общество постоянно и достаточно быстро изменяется. Ну, например, если мы с вами будем рассматривать людей, ну, предположим, в начале 20 века и в конце 20 века, или в начале 21 века, мы увидим кардинальную разницу в моде, в воспитании, там, то есть во множестве различных проявлений. Но это и есть динамические изменения общества. Я уж не говорю о технологиях, науке, технике там и так далее. Дальше, общество саморазвивающаяся система. То есть в самом обществе заложен потенциал развития. Общество, как правило, развивается на основе своих внутренних законов.
И если внешняя среда влияет на общество, то со временем это происходит все меньше и меньше, хотя это влияние, конечно, есть. Особенно оно было сильным в первобытном обществе. Ну и общество представляет собой систему, то есть все элементы, о которых я уже говорил, когда рассказывал об обществе как о сложной системе, они взаимосвязаны между собой и взаимодействуют на основе общественных законов. Ну и здесь, наконец-то, в последнем слайде вы можете увидеть одну из характеристик общества как сложно организованной динамической системы, а именно то, что общество разделяется на четыре сферы жизнедеятельности, или так называемые четыре подсистемы: экономическую, политическую, духовную и социальную. Мы видим с вами по этой схеме, что к экономической сфере относятся заводы, рынки, банки, деньги. Ну а главной ее функцией является производство необходимых для общества экономических благ. А к политической относятся органы государственной власти, политические партии, общественные организации. И главная ее функция – это регулирование отношений в обществе и государстве, а также между государствами, то есть внешние отношения, внешней политикой заниматься. Далее, духовная сфера общественной жизни включает в себя культуру, науку, религию, образование. Значит, главная задача духовной сферы состоит в сохранении и распространении тех знаний, которые уже существуют в обществе, а также в создании новых знаний. Ну и мы видим, что в итоге мы получаем создание новых машин, творческую деятельность, науку, образование, религию. Ну и социальная сфера включает в себя те предприятия, организации, которые обеспечивают нормальное функционирование общества и социальное обеспечение нуждающихся граждан. Ну и видим, что эта сфера, она как раз регулирует все повседневные и охватывает все повседневные взаимоотношения граждан. Ну что ж, вот в принципе все, что я вам сегодня хотел сказать. Домашнее задание будет составить план данного урока, и для проверки прикрепите, пожалуйста, фотографии своих планов в комментариях к этому видео. Ну а размещено это видео будет в дневнике на странице вашего класса. Ну что ж, всего хорошего, до свидания.